Номер 2 на рейд. Все. Возьму эту палку в лесу. Он вообще безлюдным. Да. Сейчас я ее кину в безлюдное озеро. Страшно. Вот я иду к безлюдному лесу. Там костер был какой-то страшный вообще. Вот идем, идем. Да. Вот безлюдное озеро. Да. Сейчас спускаемся к нему. Безлюдное озеро. Давайте проверим, какая вода с помощью вот этой палки. Сейчас ставим эту палку на будущее. Сюда, в землю. Берем вот эту палку. Тащим ее ближе к берегу. Вода на вид хорошая. Хорошо, она хорошая. Можно кидать вот эту палку. Ну все, погнали, пацаны. Палка плавает. Страшно. Как такое возможно? Да. Капец. Попробуем другую палку. Это вроде хорошая. Он тоже плавает, видите? Ой-ой-ой, страшно. Ну, пожалуй, еще одну. Может, она утонет, как нормальная палка. Да, видно в этом лесу все палки плавают. Блин, все эти палки из дерева сделаны. Ужас. Как такое возможно? Капец. Я думал, это невозможно. Ну, может, эта палка плавает. Тоже плавает, ужас. Хорошо, у меня нету выбора. Возьму бревно. Ну и штанок утонет. Так. Здесь какое-то бревно лежит. Сейчас попробуем. Да, сейчас доведем его до озера. Одной рукой, простите, но мне бревно сложно брать. Их. Вот так. Большое бревно. Чуть-чуть. Проверим, будет ли оно не плавать, утонет ли оно. Оно тяжелое. Я учил закон Архимеда, а вы учили? Да. Сейчас узнаем. Тонет ли вот такое бревно или нет, как. Или оно будет плавать, как те предательские палки. Погнали. Ладно. Ладно. К сожалению,
блядь, это бревно может плавать. Может, эта палка утонет. Тоже не тонет. Блин, ужас. Может, камень утонет. Блин, камня нету. Еще хуже все. Так. Вот видите. Ух, листик. Видите, этот лес безлюдный. Здесь никого нету. Кроме меня. Так. Пожалуй. Не знаю, что сделаю. Одолжу мох с этого дерева. Смотрите, какой мох. Видите? Видите, вот. Блин, не могу камеру нацелить. Блин. Вот, смотрите, какой мох. Да. Обычный мох. Смотрим, сможет ли он плавать. Погнали. Фух. О, вон он где. Он тоже плавает. Он, видно, слишком сухой. Ужас. Мне не остается ничего другого, чтобы остаться. Очень грустно. Давайте я найду камень. О, это земля. Опа, это что такое? Там никого нету. Пошли дальше. Эх, жалко, что палки не тонут. Это очень подозрительно, странно. Кто бы мог подумать, что такое может быть. Так. Красивая палочка. Видите, какая крутая палка. Пробую ее кинуть. Может, она утонет. Вон она. Вон. Блин, она тоже предательская палка. Ужас. Ужас просто. Кто бы мог подумать. Двигаюсь в сторону заброшенной хаты, разрушенной. Может, найду там камень, чтобы доказать, что камни тонут. Но нам, к сожалению, не удалось доказать, что палки тоже тонут. Они, оказывается, плавают. Ведь мы все этого не знали, да? Ужас, ужас. Что? Не понял. Что такое? Что такое? Консервная палка. Банка. Давайте узнаем, что от ней. Страшно. Фу. Идем дальше. Совершенно не надо заканчивать свое видео. Потому что там кто-то видел. Что, видели? Кто-то пробежал.